Мы внимательно следим все то, что происходит на территории Грузии. Вы знаете, что скоро там будут выборы, тяжелые выборы. Там тоже ситуация накалена. Поэтому мы не можем игнорировать или не обращать внимания все, что там происходит. Отношения сегодняшней власти в Грузии с Россией более-менее стабильные. Мы тоже за этим внимательно наблюдаем. Вы знаете, что они не присоединились к санкциям, что там принят закон об иноагентах и так далее, и так далее. Поэтому нам, абхазской стороне, в отношениях между Абхазией и Россией мы должны быть сконсолидированы. Мы должны в целом, в общем, двигаться в одном направлении. Мы можем спорить по нашим внутренним каким-то вопросам, но в отношении России, на мой взгляд, мы должны быть сбалансированы. Иначе мы можем получить очень серьезные проблемы.